Dude. Алло, алло, всем привет.
Сегодня у нас 1/4 плей-оффа 3-го дивизиона. Встречаются команды Night Squad. Первый состав, типа, или один, непонятно. И команда HTT Hook AGTA Team. Открывают сегодняшнюю встречу ПВТ между игроком Flash и I Love Parting. Кто побеждает, Flash или Parting? Кто же победит? Карта Inferno Pulse. Сейчас еще идет ВКС. Я тоже смотрю. Мод ПВТ, значит. Что я посмотрел профайл, там у Терна было указано, что он Алмасов уже успел выйти в мастер-лигу. Ну, это попозже сейчас обсудим. Так, значит, продакшн включаем. Слева сверху на 10 часах респаунится оранжевый протосс HTT I Love Parting. Справа сверху фиолетовый Терн команды NS Flash. Счет 0-0, напоминаю. Тут где-то есть, вот тут вот пишутся циферки. Это счет. У меня уже включена даже низкая скорость скроллинга мыши. Видали, как круто я умею. Вот. А, ну я хотел... Единственное, чем я придумал забить паузу вот эту начальную... lack of impact, так сказать. Короче, то, что у флеша там указан не метка, а батл таговый номерок. Близы абсолютные дауны, конечно. Чего вот они так перепутать можно очень просто. Батл таг и просто метка. Вот, ну, я не стал его добавлять, но я думаю, это он есть, как бы. Без разницы. Так, о, решил все-таки проверить немножко эти прокси. Ну, правда, как, на какие прокси? Это же карта на 4 игроков. Если прокси, то они, наверное, по центру только должны быть. Что-то такой недоверчивый. Так, тут газок. Барак. Тут без газа открывается Терн. В наши дни это дикость, по-моему. Хлебнул я кофея, чтобы не заснуть совсем. Так, хитрый пилон. Палит тут все. Терн разведывает. Протос что-то ничего не послал вообще совершенно. Ну, тут такая типа застроечка против Рипера. Туда, значит, надо что-то воткнуть. Так, ну Терн первый раз ошибается, соответственно. Уже пошел ЦЦ у него. Барак ЦЦ. Достраивается орбиталочка у него уже дома. Так, что тут Протос? Протос пошел ставить Нексус, я так понял. А, он типа так сначала попрятался. Так, ну надо, наверное, бункер сразу ставить. Или он позже заказывается. Продакшн. Воевой составляет что-то марики. Так, и идет пробка на разведку. На ближайшие, по не знаю чему, как их назвать. Ближние по земле, это, наверное, считается. Потому что тут по воздуху ближе, чем тут, наверное, да? На обычные карты такие. Так. Пробка, в общем, заезжает, ничего не видит, только трех мариков. Хрен поймешь, что происходит. Варп заказан. Ну, ЦЦ-ха не так. Ой-ой-ой, еще один ЦЦ разведется. Жесть какая, смотрите, что происходит. Третий ЦЦ. На 5-й минуте. Макрица так макрица, решил Терн. Бункер строится. Тут бы очень зарешал опенинг в Зилота Сталкера Мазеркора. Так, прибегает КСМ-очка. Так, пошел Старгейт, но он какой-то поздноватый. Сказал. Второй барак достраивается.
Так, у Протоса, в свою очередь, застроился ЦЦХа. У него намного больше рабов, смотрите, на 7 штучек. Ну, тут скоро ЦЦХа третья будет готова. И третий барак в продакшене. Интересный билд. Интересно, что скажут про это терраны. Наши и не наши. Вайбл нет, я что-то такого давно не видел. Со времен бумера. Что-то мне только бомбер вспоминается. Так, сталкеры ушли, пошли вниз. Оракл пошел, продакшн. Так, пошел скан и, по-моему, прям палишь там. Оракл, да, прям видно. Хороший скан. Так, ну пошла инженерка сразу, да? Да, инженерка. Теран думает, что там сейчас уже второй этот, второй Оракл. Это летит, мне кажется. Потому что тайминг поздноватый. Инженерка достраивается. Марики, мариков тут есть некоторое количество. Они отобьют Оракл вполне. Ну, Турал что-то он не защищает, кстати говоря. Так, летит Оракл. Надо на Турал залететь, там можно будет подрезать неплохо. Так, летит Оракл. Летит, летит, летит. Что он видит? Он видит третий ТЦ. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И теряет Оракла на бункере. Очень плохо. Получается, Оракла на трех юнитах потерял, да? Так. Минус 200. Да, три Марика забрал Оракл. И все. Ну, там еще вначале КСМ-ку забрали, поэтому это лишние 50. Так, что тут думает насчет этого? Начинает строить фениксов тут. Протос. Тут дополнительные ретки строятся. Стим уже на половиночке. Факта добавляется. А тут, в свою очередь, уже колосятня. Два гита добавил. Всего три гита, значит, в данный момент. Так, идет, смотрите, под пуш из 9 мариков. Где у нас прохлаждается Мазеркор? Где он? А, вот он посерединке. Ой-ой-ой. Так, опс летит. Надо контролить, надо кинуть оверчардж. Ой-ой-ой, бедные центря контролится. Контролится центря, хорошо. Надо сейчас опять забирать. Ой-ой-ой. Ну вообще потный контроль. Все расконтролил. Только потерял одного зилота на 9 мариков. Очень неплохо. Так, летит опс. Главное не умереть тут на туреточке. Плюс один на атаку Терана уже заканчивается. Выходит скоро уже очень Steam. Вон, 6-4 секунды. Так, вот просто в свою очередь что-то никаких гридов нету. Несколько фениксов тут летает. Делается дальность на кокоса и сам кокос, собственно. В свою очередь Терран начинает уже продакшн марадуровков. Вторая... Второй космопорт. А, и Протус тут, походу, решает с двух баз пушить просто-напросто. Так, вроде все работает. Один бар бункер. Так. Феникс летает тут. Ищет. Что-то кидает прям туда же. Просветочку. Ничего тут нового не находит. Один колосс есть. Второй бустит. Скоро будет дальность. Уже есть прокси... пилончики. Ну и как-то очень плохо. Очень плохие перспективы у Терана, как по мне. Так, скан на натурал. Армии нету, значит, надо заказывать бункера. Пошел дополнительный бункер. Второй кокос бустится. Сразу варпиризм за ним. Видимо, будет пуш именно с двумя кокосами. Так, закопалась минка. Тут хитрый оракл. Ой, хитрый опс сидит. Плейблок, по-моему, словил, да? Ну, в общем, тут проблема будет в том, что пока что викингов мало. Есть какое-то количество, но маловато. Но сталкер без блинка, это как-то проблемно. Плюс тут есть грейд один. Но пока что больше намного юнитов и протосов. Надо вперед зилотов запустить. А, ну тут с викингами будут разбираться фениксы.
Пошел пул рабов. Рано кидает форсфилды. Викинги отвлекаются на фениксов. Один колосс забирается, по-моему. Второй тоже вроде заберут. Хотя нет, вроде фокусит он викингов. Но тут мародеров очень много. Очень много мародеров противника. Без гридов с мародерами плохо драться. Еще сталкеров фарпанул. Я... Ну тут как-то уже плохо. Это, ну, смотри, сколько тут мародеров. Жесть какая. 12 штук. Все полудохлые, конечно. Но без блинка с ними разбираться очень напряжно. Очень много мародеров. Ну, кончилась мана у медоваков. Ну, как-то, я не знаю, как-то убивать терана тут протосу. Еще варп пошел. Жижи пишет. Протос. Щит становится 1-0. Так, ну сказали. Так, что за. Так, тут я смотрю, Банни посадил мейджора и повел в серии.
Так, наконец-то он подошел. Так, поехали. Так, сейчас я поправлю даже счет. Ну, сначала пусть загрузится карта. Я не знаю, кто будет сверху, а кто снизу. Вроде никто не ругается, все нормально работает в кои-то веке. Так, флеш сверху, значит, ему единичку. Так, все. Так, загрузилась у нас карта. Карта Expedition Lost. Потерянная экспедиция, наверное, на русском она так называется. Снизу слева на 7 там с половиной часах розовый протос чекмейт. Жди, чекмейт. Сверху справа на часе оранжевый терран NS Flash. Счет у нас 1-0 в пользу команды Террана. И у нас опять ПВТ. Открывал матч у нас ПВТ. Продолжается. Так, пошел саплайчик. Вроде никаких адских проксий не предвидится. Пока что. Обес тут дует ветер на карте. Жестко. В этот раз через газ открывается. Видите, какой хитрый. Перед этим играл в 30C на пятой минуте. А в этот раз в газ ферст. Хитрый терн какой. Так, а тут хитрый протос проверяет всякие эти самые прокси. Ну, блин, тут не до конца. Терн тоже посмотрел, там такое. Чего нет? Тут он пришел к выводу, что слишком наглый протос не будет. Кибернетка пошла. Так, а тут КСМ-ка поехала разведывать. Уже целых 100 газа есть, значит сейчас будет... Ага, даже так. Фаст факта. Фаст факта, тоже что-то интересное. Так, КСМ-очка заезжает на мейн к протосу. Видит достроенную кибернетку. Все стандартно, с одного газа. Пошел Нексус. Сейчас тоже это обнаружит. Видит Нексус Терн. Так, тут факта уже достраивается. Интересно, что будет тут. Уже у него почти 150 газа готово. Либо гелион, либо мины. Либо реактор вообще. Мины. И пошел космопорт сразу. Будет фаст дроп минок. Марш Шипков куда-то полетел. Полетел контролить вход на натурал. Этот протос тоже что-то не любит ничего разведывать. Ну, сам ставит роба, то есть, в принципе, нормально. Неплохо. Когда чувак против тебя делает фаст дроп минок, а у тебя роба поставилась, это нормально.
Так, смотрите, тут далеко как Марик забежал. Смотрит тут всякие прокси интересные. Тут, правда, его этот угол не интересует почему-то. Впрочем, как и этот. Сталкер и Мазеркор встречают тут гостей. Потенциальных, я бы так сказал. Так, да. Стандартный объем дропа. 4 марика, 2 мины. Полностью забитый медовак. Так, пошел ЦЦ. Пошел ЦЦ. Так. Первого упустит опса. Протос. О, поставил пилон. Наблюдать за камешечками. Сейфовый бункерок. Достраиваются мины. Реактор. Ну тут пока что непонятно, что будет с процессом. Главное нормально разведать все это дело. Пролетит медевак. Ну, по такой траектории. Так. Мины падают. Дропают и рабов. Мувит. Так, вроде не успел бабахнуть, не успел бабахнуть. Что-то, походу, ни одного раба не забрал. Да, пока что ни одного, осталось тут мина. Бабах. Убила сталкера бедного. И пробку причем забрала еще. В общем, в итоге своим дропом забрал только сталкера. Осталось 5.50. И одну пробку, да? Да, судя по всему, да. Так. Ну как-то, блин, ну очень печально для протоса, для Терна такая ситуация, я считаю. Видит буст на рабов. Тут один Марик, смотрите, что делает. Тут есть только один иммортал. Настраиваю за гейты. Еще одного иммортала. Так. Минка пошла закапываться. Два иммортала есть уже. Тут КСМ-ка еще контролит. Чуть подальше выход. Так, минка видит, что, по-моему, камешки ломают. Да, видит. Так, уже танк готов там, смотрите-ка. Интересный какой ТВП. Блин, бобса шмальнул, лол. Ну это пушка. Ой, смотрите, хорошие какие форсфилды. Но спасает их дропом. Забавно там зафокусил свою собственную опсину. А сейчас пойдет туда, у него опса уже нету. Плохо, надо бустить. Не бустит. Сейчас умрет Мазершипкор. Мазершипкор умирает. Уже много армии-то у Терана. Контролит своих юнитов Протосс более-менее нормально. Пока не потерял первый иммортал, потерян. Танк тут дефает неплохо. Пса нет, это печально. Так, пошел дропать. Так, Тиран решил, что с верх другой стороны пойдет Протос. Но на самом деле туда полетит только дроп. Так, Стим на третий готов. Что тут? Какой-то фоллап будет. Руба Бэй ставит Протос. Так, Апса такого не доделал нового, да? Нет, не хочет даже. Ну, намного больше пробок добываю сейчас у Протоса. Подразвлекал тут немного оппонента своего призмой. Главное ее не потерять. Так, и дроп тут какой-то. Ловить призму, что ли, прилетел? Ну, не хочет призму высаживаться. Еще решил бункер поставить.
Так, что это у нас опс, я надеюсь? Да, опс. Еще, видимо, один вояж решил сделать. Ой-ой-ой, смотрите, бабахнул. По своим. Прикольно, забавно получилось. Камешек ломаю. Дома зашипкор новый, твилайт консул. Так, и что, третью решил занимать? Какая-то опасная третья. Протус тем временем занимается контейном. Терн боится дропать. Хотя, в принципе, я бы дропнул на его месте. Тут народу уже у него дофига. Так, опять полетел дроп. Пытается поймать призму, смотрите как. Оп-оп-оп-оп-оп. Ловит, ловит, ловит. Не поймал. Но зато нашел прокси-пилон. Хорошо, как все фокусит. Ой-ой-ой. И все спасает. И полетел дальше, смотрите. В общем, контейнер решил снимать протус, походу. Есть первый колосс. Второй на подходе. На половине готов термоленс. Третья нычка на подходе. Надо сломать камешки. Что тут спланирует делать Терн? Какие у нас гриды, во-первых? Есть плюс один на атаку, конкашев и стим. У протоса, в свою очередь, только лишь варп. Ну, скоро будет длинный колосячий луч. Скоро будет блинк. Второй колосс есть. И, видимо, с этим решил пушить. Еще одного колосса делать. Ну, надо, я бы сделал на месте протоса себе фаржу все-таки. Без фаржи как-то скучно. Летит медевак с четырьмя марками. Так, ну а что тут у нас планирует делать? Терн. Терн добавил еще два барака. Один с реактором, второй слабый. И теперь у него два реактора, три лабы. Так, в общем, полетел сюда медевак и сдох просто-напросто, да, я смотрю. Смотрите, практически пачка мариков. Ой, да, пачка 25 мариков. Три мародера, два танка. Иллюзия Феникса. Палит немножко кусочек медевака. Ух ты, еще бабахнула мина. Так, форжу одну добавил. Блинк, чардж изучает уже. Так, где форжики? А, вот их две. Две форжик. Больше армии у протоса сейчас. Так. Зилоты развлекают. Гоняют рабов. Сейчас все-таки призма умрет. Многострадальная. Но, видимо, я так понял, он посмотрел, что тут нету нычки. Успокоился, может, поэтому. Так, и пошел сюда смотреть. Правильно. Так. Ну как-то, блин, опасно. Ни хрена не вот эта часть карты не контролится ни одним игроком, ни другим. Можно друг на друга наткнуться и охренеешь. Бейстрейд будет. Так, увидел обход Терна. Наверное, понял, что там третья нышка будет заниматься. Ну, в принципе, сейчас надо ждать чарша и идти пушить, я думаю. Ну, еще можно гриды плюс один-один подождать. Так, что тут у Терна есть? У Терна ничего нового не появилось, да? Кроме комбат-шилдцев. Да, походу. Иллюзия Фениксов скаутит. Проскаутил, как и армия. Тут что у нас? Смотрит продакшн. Уже готова психушка и изучается шторм. Три заштопанных сопла я вижу. Полетел даблдроп со смежным составом, так сказать. О, а тут есть уже фотоночки, смотрите. Ну, вообще тут облететь можно и на мейн. Это будет не очень удобно для протоса. Три в три базы. Игра у нас идет. Смотрим, что тут с медоваками. Он что-то решил высадиться сначала. Просто забегание, да? Ну, тут можно достичь этим чего-то. Как раз протос свою армию мувнул. Смотрите, если умереть, что сейчас умрет. Медоваки фокусит протос.
Так, один медвак уже точно не улетит. Ой-ой-ой, бедный шторм. Бедный пси-шторм. Он не будет изучен. И к тому же нет сумеречного совета одновременно. Печалька. То есть сейчас придется с самого начала все это изучать, а у него было уже 4 психа с энергией. Так, видимо, сейчас пошел пушить оппонента своего Терн. Подумал, что лучше ситуация не получится. Пошел скаут. Так, надо раскладывать танки. Пошел замес. Что-то очень все сгруппировано у Протоса. Но его очень много, особенно колоссов и имморталов. И все это разбирается, походу. Остается не так много мариков. А там чардж. Ну, как-то вот так. Ну, блин, главное сейчас тут не распыляться и собраться. И как-то допушить это все дело. Затекание только от мейна идет. Тут один танк остался. Мувит, лифтает ЦЦ-ху. Терн пытается отдефаться на хайграунде. Ну, тут что-то распыляется немного армия Протоса. Но я думаю, у него все шансы тут пропушить. Опс есть. Если опс есть, то все окей. Да, опс есть. Ну, все, тут как бы уже не отбиться. Да, GG. Счет становится 1-1. Люблю равный счет. Можно сразу поменять. Так, пойду скопирую. Какие карты остались? Так, 2 минуты просит. Ну, мы тоже медленно все делаем.
Так, надо тут придумать, как починить звук в Старкрафте. Ух ты, там на ВКС пришел Стефана, представляете? У него классный галстук черный с буквой М. Интересно, что это значит. Ну, поопрятнее стал выглядеть в пиджаке пришел. То выглядел как зерк. А-за-за. Так, напоминаю, что если у кого-то лагает Twitch, надо идти на Кибергейм. У кого лагает Кибергейм, надо идти на Twitch. Ну, вроде никто не сильно не ругается, так что нормально. Так, о, чащу сив. Так, стоп, 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 стоп. Надо с модом. Так, звоню. Пак-пак-пак-пак-пак-пак.
Алло. Так, сейчас я потушу стрим. Окей. Все, Во. готов. Ну, опять тут вся та ситуация, когда надо переспрашивать заново. О, все, окей. Так, наконец-то. Такс, такс, что тут у нас? ПВП, ахахахаха, наконец-то. Что такое? Давно попали было? Соскучился? Просто. Просто? Просто. О, это Overgrowth! Это моя любимая карта для PvP. Ужас какой. Это будет захватывающий PvP. Мы вчера играли с Ластом PvP, и он выкладывал свои кибернетки на стол, поэтому я уверен, что он увлекательно сыграет. А штаны он снимал до кибернеток или после? Чё? А, он задержка есть же там, да, 2 минуты? Ну да. А, ну он, я не знаю, думаю, что проксить будет, но я не уверен, потому что не знаю, что он умеет. Сейчас посмотрим. Не знаю. Так, у нас карта загрузилась. Что-то я выставил. Что-то 1 на 1. Карта Overgrowth. И сверху справа на полутора часах спавнится зеленый протосс NS Сив. Да, в левом нижнем углу наш розовый лошпен. 7,5 часов. Это last checkmate. Нет, он не проксит, я недоволен его выбором. Раннего теха. Ну, сейчас посмотрим. Я что-то мне что-то запомнилось за последний год прокси от партинга против классика, по-моему, когда он еще, знаешь, вот тут в этой точке, короче, запроксил. Нет. То есть до него Не, он так. ближе, чуть ближе. Ну, там, короче, суть в Ближе чем он не была, скаутил, все что равно, да, там все это. классик поехал туда смотреть, но до конца так не Да, доехал. все это видели, Было все забавно. знают, все интервью видели, все. Смешно было. А Все что это там, про шутка. интервью про это говорили? Ну, Партин говорил, что классик неудачник, не скаутит никогда. Загугли там где-то на ютубчике должно быть. А, это интересно. Это прикольное интервью смотреть сразу после матча, а так мне что-то не Ну ехало. да, но тем не менее. Партинг всегда всякую смешную вещь базарит. Еп. Понятно. Так, ну что там, Лаз сделал гейт. Не самое плохое место. Что там гейт тоже. Что-то скаутит оба. А, Сив не посмотрел. Ну хотя он вряд ли там. Шанс есть всегда, но он газом увидит доделавшимся. Что там гейты, которых там нет. Даблгаз тут. Не, ну Сив тянет со просто вторым газом. я считаю, типа, что если уж проксить, если проверять прокси, то надо везде проверять. Ну нет, смотря что ты играешь. Так, Сив не чекнул прокси снизу Да, почему-то. да, 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 мне тоже что-то Да, Ласт показалось. чекнул все, причем хардкор наш, да, вот до четвертой базы, до той. Там обычно не проксят, но он прямо все сделал. Выкопал немного голда, Сив. Так, ну Сив здесь играет какой-то гомосексуальный билд, потому что газ второй задержан сильно. Это будет либо шестнадцатым, либо еще что-то, не знаю. И прокси никаких не будет, ничего. Кибернетка одна, слава богу. Сейчас что-то расширует, посмотрим. Я проигрывал вот с таким вот Тригейт Блинк с задержанным газом против обычного. У меня юнитов было меньше. Позже было меньше на одного сталкера. Неудачно получилось, а после этого только 15-е газы катаю. Ну, вообще, это такое дело. Так, значит, Ласт скаутил пробой, он здесь патрулирует ей. Пилона он 2 видит. Пошел сталкер сразу, на буст от Сива. Но он должен увидеть, что мазеркор здесь. Посмотрим, сильно задержан. Значит, да, Сив видит, что там мазеркор заказан был сразу. И ТЦ ставит Ласт до сталкера, да, хорошо. Я Неплохая одобряю. постановка здания, мне нравится. Его выбор теха я одобряю пока что. Смотрим, что делает Сив. Сив, по-моему, очень сильно... Или нет? У него просто я не У привык, я него то такого же не самое. видел. Не, ну да, у него то же самое, только у него ТЦ позже. Очень Но у значительно него зато позже. ранний этот Ранее что? что там? Сталкер у меня, по-моему, пораньше получился. Нет. Ну да, но это не принципиально. У него если сейчас... Мне нравится, что у Ласта хронобустов мало. Если Ласт сейчас начнет хронобустить блинк сразу, что-то нету блинка. Нужно. Да, если он его сейчас будет захронобустить очень хорошо, то у него блинк будет на секунд 30 раньше. И он, если он Блин, правильно что-то все как-то будет он опасно делать... тут мазеркором летает. Или это такая типа Кто? мета? Сив? Ласт. Да и Ласт Сив где? тоже. Не, Ласт все правильно делает, Сив тоже по большому счету. Ну, Ласту только нужно подождать еще секунду. А, нет, все, 90 нет. Ласт вообще очень хороший тайминг. Можно было раньше чуть-чуть, можно было секунд на 5 Ласт, раньше походу, пролетать. Но он обсмотрелся заскаутил все апсы. Ласт играет на Тригейт Ниву. этот, у него пока что преимущество по билду здесь.
Могу сказать. Посмотрим, Причем он что-то. вот пролетает, его сталкер начинает гонять. Он скаутит. А, это такой скаут. Ну, он еще может рабочий здесь был купить, но он Ой-ой-ой-ой. блинк видел, все, приколит. Не И видел он блинк, в том-то и дело. он ТЦ следующий видел. Не Нет, не видел? видел нифига. О, господи, неудачник. А, ну он тогда может на самом деле что-то заподозрить, потому он газы не прокликал, и там один сталкер только. Я на его Могу месте... у него Ну, это, башку. Сив мне вообще не очень нравится, что Сив играет. У него какая-то чушь, если Сив честно. передумал только что. Он хотел ставить робо и гейт, Да, в итоге он роба ставит не ставит, у Никсус. него блинк будет позже, но я надеюсь, Он, ласт, я не так ласт, понял, блин. он подумал, что у него его оппонент увидел ТЦ, мне Да, кажется. ласт роба добавляет, к сожалению. Если бы он видел этот ТЦ, ему было бы гораздо легче. Но в любом случае, ему сейчас нужно идти уже сталкерами туда. Если бы он знал, что это, посмотри, у ласта блинк раньше на... Если бы он его охрану бустил, на минуту раньше был бы. Это ГГ сразу на месте. Но сейчас он будет ждать обсервера, потому что у него вариантов нету. Но если он подозревает драков, это точно уже не Оракл, если он подозревает драков, ему нужно выходить и искать пилоны, потому что, ну, как бы Опс все равно успеет. И он, ну, он не реализовывает свое преимущество по блинку вообще. Плохо очень. Очень плохо. Ну да. Это просто на самом деле трагедия, потому что здесь карта для блинка плохая в том плане, что поразводить здесь не получится. Здесь Defender всегда имеет преимущество по блинку. Но у него блинк есть, куда чужой не идет, блин. Господи, Ласт такой идиот, конечно. Я надеюсь, он не будет экспандить сейчас. Он ошибка, которую я очень люблю делать. У него блинк закончился на минуту раньше, чем у его противника, и он тусит у себя на базе и заказал Иммортала танк. Это печаль просто. Да, не очень. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Еще Опять же, хитрый пилон Сив поставил. не GML играют, но... Проксевый Ну, хитрый пилон. Ласта было здесь по билду огромное преимущество, оно его просрал полностью, то есть до последнего миллиметра. Посмотрим, сталкеров он делал вроде, но мне кажется, он пропускает до варпа, у него бежит Immortal один, я правильно понимаю? Нет. Сейчас выбежит только, он хочет экспандить. Но пока все для Ласта очень плохо сейчас. У него столько же сталкеров, и он плохо очень блинкает сталкеров первого, во всяком случае. Не, он получше оппонента. Ой, там Ну, сверху Иммортал. он потерял... Нет, по-моему, это просто ад. Да, К плохо очень. нему бежит Immortal сейчас, и... Нет, ему конец здесь. Ну, окей, ладно, сейчас смотрим. Ну, нужно хотя бы сталкеров забирать, которые он блинканул уже. Не, Ну, с он уже... Имморталом сейчас может что-то затащить. Не, он контролит, блин, ужасно. К сожалению. А, вот его собственный Immortal подходит. Да, Так, это уже я про другой него комплект, на говорил. самом деле. Ну, Immortal в фокусе, ну. Своего только не отдай. Так, ну блин же, да? О, вот очень хорошо. Хороший. Так, ну там еще Бабкена на аж две штуки будет, потому что там смешной матчап очень. Так, ну окей, ему нужно теперь хранобуст сталкеров, а Сиву здесь нужно. Ну, ему нужно имморталов делать. У него блинк, и он реинфорсит ближнего роба, поэтому преимущество до сих пор у него. Тем более у него какие-то зелки. А, нет. Зря зелков добавил на самом деле, я бы сказал. Шлат нужно только не терять сталкеров, ради бога. Ему нет смысла уже Бабкена не драться, нужно продолжать варпать сталкеров просто. Здесь. Надо экспандиться. Все-таки надо Не, экспандиться. не, не, экспандить не надо, здесь нужно давить. Да надо экспандиться, У потому него по что сталкерам он тут преимущество, здесь надо хрен будет сейчас пробьешь. прямо, ему нужно атаковать. Сейчас закончится этот. Да, ну, почти. Нет, сейчас не нужно было, окей. Из лука нужно убивать этого. Да. Мазокор не обязательно, второго из лука нужно Гусят убивать. Мне Иммортала нравится, надо что у него отойти. Иммортал танчит за это плохо. Ну, Иммортал он потерял вообще напрасно. Мазеркор не забрал, это не забрал. Ну, плохо, сейчас нужно. Там второй уже Иммортал. Сейчас уже плохо. У него по сталкерам до сих пор преимущество, я правильно понимаю? 10 против 8, но этого, блин, мало ему нужно. Я боюсь, что здесь уже... Вот сейчас сталкеров нужно забирать, фокус фаерить всех и блинкаться. У него преимущество, если у него блинк не на кулдауне. Сталкеров просто забирать всех. Ой, боже, какой контроль ужасный. Сейчас это был его шанс выиграть игру, но он пропустил его, к сожалению. Сив киданул сейчас. Сив блинканулся, он через shift мог забрать всех его сталкеров и выиграть. Потому что у него блинк был не на кулдауне, но он не Была мигрил такая вообще. ситуация. Он запаниковал. Там второй Immortal, но сталкеров по-прежнему там меньше. Вот, пришел Immortal от него, там зелков нету. Сейчас он должен, сейчас, ну, последний шанс. Ну, то есть, не знаю, может, Сив захочет кидануть так же жестко, как в прошлый раз. Сейчас нужно убивать Immortal. Сначала одного, потом второго. Главное, микрить сталкеров. Он их теряет. Это плохо. Вот зелки Что-то он пошли. снял у одного Иммортала щилды и на Да, этом это... успокоился. Он паникует. Ну, не знаю, мне не нравится. Там был раунд зелков, здесь все равно важно иметь сталкеров, потому что сталкер здесь единственный юнит, которого можно гарантированно ретейнить, если ты не паникуешь. Поэтому сейчас в этой ситуации сталкера гораздо важнее. Но у него Бабкэнон сейчас будет еще один, блин. Ему надо очень аккуратно здесь с фокус фаером Да себя надо было вести. давно ставить уже новую нычку, потому
потому не, что... Не, нынчку он алынет здесь, ему не... Не, ну просто, если уж видеть, он хотя бы испугался, что его не, оппонент... Не, нынчку ему источник не нужно было ставить, потому что он здесь, у него нет здесь преимущества вообще никакого. Да, ну... да не в том-то дело, просто это вопрос к тому, что играет не ГМЛ, и чувак сидит, контейнится, и мало достраивает рамку. Он не контейнится, нет, блин, он защитил свой Nexus, он защитил экономику более сильную. У него здесь вариантов не было, слишком поздно. Ставить мышку, да что, это понятно, что он позади, но тут не пробить было уже, понятное дело. Надо было пытаться вытащить на нет, мака. Нет, знаешь, два раза было очень близко. Ну, очень близко, но... Не, там пробить слишком... не сможно было. Не, ну там было слишком, короче. Он на ошибках здесь как бы не додавил, а по поводу макро я сильно сомневаюсь. Нет, ну когда видишь, что не можешь пропушить, надо как пытаться в... Нет, тебе надо это не совсем проделать. Ну а что, сразу писать ГГ выходить, что? У него он правильно сделал. Просто не доконтролил чуть-чуть. Но решение он хорошее принял, мне нравится. Ну, я имею в виду, после того, как он уже увидел, что он в пизде, то после этого решение он принял хорошее. А вообще с блинком вначале это... Эх. Ну, он просто немножко недоскаудил, вот и все. Да, с недоскаудил. Ну, это он... Это, не знаю, я не знаю, я хочу употребить слово «не повезло», но этот миллиметр ДТЦ, он ему все очень... Ему это все перестало сильно. Я потом посмотрю с ним репку. Не, я не буду играть, идите в задницу. Да, ну походу опять по ВТ будет. Да, пахнет как ПВТ. Карта Дедвинга, на самом деле, моя любимая карта для ПВТ, не знаю. А, он Дедвинг сказал, что почему он ее выбрал. Так, извиняюсь, я захожу. Ну да, ТВП, я не знаю, что он протекал, рассказывал. Так, готово. Пускаю. Так, сразу открываю окошко с очками. Надо поменять. Так, все, начинаем. ПВТ на дедвинге. Я не знаю, как ТВП считается на этой карте, но ПВТ меня все устраивает на самом деле. По-моему, она. Ну тут типа дропать удобно, ля-ля-ля, это поля. Ну, тут дропать удобно, дефендить дропы тоже удобно. Это не... Ну как бы Defended дропы везде одинаково примерно. Не Каталина, не Инферно, нет, чушь собачья, не везде одинаково. Везде разные паттерны, в зависимости от того, да что... Да если есть блинк, то удобнее. Уебанская карта. Так, ну в общем у нас карта загрузилась. Да, карта загрузилась, по правой стороне вертикальный спаун здесь, некроз. Сверху справа у нас бирюзовый Терн HTT Радикал.
И снизу справа зеленый протас NSC. Счет у нас 1-2 в пользу NS. Yep. То есть в данный момент у Сива преимущество побеждающей стороны. Да, радикал ставит здесь депошечку, интересно. Она будет спотить дропы? Ну, или дроп оракла? Такая. Или оракла, но она может лучше спотить оракла. Чуть правее, что ли? Ну, правее, да, или ниже, потому что протасу нечем атаковать ее. Ну, как бы, если там не крейзи. Мне кажется, это скорее это просто такой способ проскаутить прокси, что ли, я не знаю. Да, я не ну, знаю, можно, я имею в виду, можно, но это не принципиально, да, может быть. Потому что протисом как бы хорошее место есть для пилона, я не буду пинговать. Ну, там, где рипер запрыгивает вот на этой ступенечке, прямо над ней пилон ставит, я видел. Вот. Но там его тиран может убить снизу био. А пилон справа или депо, там, где сейчас оно стоит, или правее, убить как бы нечем ни одной раз, поэтому... Ну, это такие разговоры, чтобы убить время. Один газ, один гейт. Протас бежит кросс скаутить, не до конца понимаю зачем, если какая-то честно. Какая-то непонятная манера, я такой что-то... Какая? Ну, скаутить кросс, это... Я со времен Талдарима такого не видел. Кросс я всегда скаучу, что ты в PvP здесь кросс скаутишь. Ну, если ты мазаркором собрался скаутить, то ты идешь на кросс и ранишь мазаркор по таймингу как раз. Вот. Ужас, как... А в ПВТ я не вижу смысла на самом деле скаутить кросс здесь. Я вообще как бы в ПВТ не вижу смысла. Ой-ой-ой-ой, кибернетку-то туда зачем? Ну, типа антирипперская застройка. Я подозреваю, что она закрывает, да, на полную стену делает для этой ступенечки, но это кибернетка, знаешь, и там что-то в том да, месте ее жалко как-то. Кибернетка это как бы, он бы еще архивами закрыл, я не знаю. Ну окей, хозяин барин. Ну, я такое видел, такое делали, как бы. Перед игрой, но радикал почти не дропает. Например, на Polar Knight этот товарищ, как его, Пак, так делал, я помню. Да, но они обычно знают, о чем речь там. Какие-то все-таки удачно пробой прошел. Ну вот радикал, почему кросс пошел, мне понятно. Ой-ой-ой, блин, сейчас можно запилить. Не, это, ну, там как бы убить он не сможет, но он гораздо более страшное кое-что сделал. Он зашел и... Так, что-то я так понял... Нифига он не застроил бы этот лал, смотри. Да, я, то есть, ну, теперь вообще не понимаю. Забывает я распулить. Тоже, а, я... ты знаешь, по-моему, у него два человека газ майнили все. Я несколько раз пробовал застраиваться тут. А я не понимаю, что делает Сим, но он теряет двух рабочих. Он теряет трех рабочих. Он не микрит рабочих вообще. Ой-ой-ой. Он потерял трех проб, и у него все шансы потерять четвертую сейчас на самом деле. Он мазеркор, что ли, скипнул? Да. Зачем? Нексус пошел побыстрее зато. Он скипнул мазеркор, он до сих пор не майнит газ ни с одного этого. Так, рипер сейчас увидит Нексус. Нексус не идет быстрее, Нексус идет у тебя до того, как у тебя есть деньги на мазеркор. Поэтому там ты не выигрываешь ничего. Не, ну просто я говорю, что типа... Не к тому, что там у него мазеркор быстрее. Так, рипер встретился со сталкером. Ну, на рипере 3 килла, при том, что... Пробка хитрое место занимает какое-то. Да. Ну, она не очень полезная, на самом деле, но это для радикала огромный хедстарт здесь, как бы. 3 килла на рипере не должно быть, при том, что он играет, при том, что протас играет такой билд. Ну, билд непонятный, но он как бы должен быть сейфовым, здесь тайминги, конечно, все сгибают. Ну, судя по роба, по сейф какой-то. Да. Тут три барака. Три барака с... ну, нет, это стандарт, здесь ничего как бы не будет. Ой-ой-ой, рипера можно потерять. Да, рипера можно потерять, он потерял, это, конечно, не очень хорошо. Ну, рипер окупился, скажем честно. Ну, рипер окупился, но его можно было не терять. 3 килла, ой, да, мне терять. Кажется, он сейчас, походу, решил сталкера, нет? Да, да он решил нет. Не ударить лицом в грязь, как бы рипер. Ну, нет, сталкера он не потеряет, но ХП пробил. Похилить его, к сожалению, возможности да. Уже нет. О, смотри, доставил еще один пилон. Точно там да, я, мне вообще это непонятно, но вообще для протаса сейчас ситуация абсолютно трагическая, потому что у него 4-е 28... здание тека у протаса, фаржа. Как тебе такое? Нравится? Нет, мне это не очень нравится, по-моему. Ну, мы посмотрим, как развернется игра. Я просто, не знаю, не хочу умничать после того, как я просрал ПВТ, но протас сейчас делает полную херню. Ну, опять же, да, то есть хронобустит рабочих, не строящихся. У него полный хронобуст на Nexus с молоко шло. Вот эта вот стена непонятная совершенно. Это будет supply блок и минус кибернетка. Это если радикал решит дропать, наверняка. Потом у него один гейт, который до сих пор не заморфлен в варп-гейт. Вот сейчас он только будет. И там идут марины, у них, я подозреваю, что-то будет. Давай посмотрим.
Нет, у них не будет ни снимания плюс один, ни комбат-шилдов. Вот, он сейчас пойдет прокликивать рабочих, либо забейтит оверчарж и отойдет. Мари, прото да? Ставит, прото с фотонки ставит, это очень плохо. Все, радикал уже забейтил оверчарж, сейчас отходит Марина, микс, ему не будет оверчарджа. Кстати, вот это я не понял, зачем надо было ставить фаржу, если он в робо открывался, и он фаржу именно ставил для... это радикал говорил об этом. Радикал говорил о том, что он так играет, но это ужасно. У него сейчас нету робобея до сих пор, и у него всего лишь у него второй гейт морфится. Если радикал бы сейчас пришел внутри раксом агрессивным, то он бы просто, ну, стер его сразу. Потому что вот этими тремя юнитами нельзя дефендить ничего. С оверчарджем или без оверчарджа. Смотри, кстати, все равно дрипер может залезть, походу. Смотри, он это идет. Второй рипер. Ну, я понимаю. Ну, он так и сделал. Ну, там фотонка есть. Ну, смотри, он все равно запрыгивает. Приколи. Да. Все равно запрыгивает. Ну, вот фотонка, да. Блин, он просто на фотонке умирает. Ну, обрати внимание на то, что делается здесь плюс один на вепон с одной фарджи, она бустится, а второй фарджи нету. То есть, попахивает каким-то алыном. Короче, получается... Слово тайминг у меня язык не повернется сказать. Но, блин, радикал зачем-то ставит третью. Он видит, что фарджа одна, и он считает, видимо, что там апгрейдится армор и просто сыграет сейф. Он фаржу не видел вообще. А, вообще не видел? Вообще не видел. Окей. Ну, я не знаю, что он видел, но вот это вот решение ставить третью мне не до конца понятно. Ему было бы неплохо армию немножечко приметь, потому что на девятой минуте 77 лимита это очень плохо для тирана. Ну, нет, хотя, учитывая, что он не 5 бараков, а третью играл, наверное, это не так плохо, но все равно. Вот радикал паузит, у него, наверное, какие-то проблемы с мышкой, потому что он жаловался. Ну, пока что все равно я не вижу этой игры для Протоса. Он ставит сейчас ТЦ, вторую фарджу и рабобей. На 9.30, на 9 минуте был заказан рабобей, эта игра, ну, я бы сказал, проиграна в среднем. Ну, сейчас мы посмотрим, потому что радикал умеет феноменальное решение некоторые принимать в ТВП. Насмотрелись всякого, поэтому сейчас посмотрим. Просто почему-то оно плюс один вепон исследует, он будет выходить колосса. Ой, смотри, пошли фотонки от дропов, жесть. Да, и такое количество, ну это вообще лол, такое количество фотонок, это он, у него гитов нет, у него три гита, он не отобьет ничего вообще. Нет колоссов, нет. Колосс до сих пор 10-17, колосс даже не заказан. Радикал сканит и сейчас понимает, что он, ну, он выиграл, если он просто сейчас стим через карту. Первый колосс хронобустится, но это смешно. Ему даже... Жесть. Хотя почему-то у радикала так мало армии. 10-30, у него 90 лимита, я не понимаю. Наверное, я не знаю, мне кажется, ему не следует пушить, потому что у него как бы... Ну, видимо, сейчас будет один на атаку ждать. И почему-то у него на 11 минуте до сих пор нет единицы на атаку инфантри. Ну, вот это мне еще тоже не до конца понятно. Он занял 3 базы, у него экономики, по-моему, больше, чем ему нужно. Но он здесь протосу дает передышку, скажем Алло, так. Алло, достраивается, причем, когда он подойдет, походу. Сейчас он может просто пойти, снять кибернетку, как бы, на пилона, и не попасть даже под рейндж фотонки. Он почему-то не сканит, не знаю, почему-то вот, когда он против меня играет, он сканит без остановки свою армию, убивает апсов всех. Сейчас он что-то решил нет. Ой, колосс застрял. Да, колосс застрял, я не знаю, радикал дает, он как обычно, то есть его стандартная игра ТВП у радикала, это... обрести лучшее преимущество по билдордеру, которое только можно, а потом слить его просто с пассивной игрой. У него, ну, он дал протосу здесь прохалявить просто... Опять что-то под апсом прям гуляет. Опять пауза, не знаю, что он сейчас нервничает со своей мышкой, наверное. Он дает здесь протосу халявить просто отчаянно, потому что выиграть ПВП, поставив с 3 гитов 8 фотонок, это вот это, точнее, ну, это немыслимо. Ну, кстати, все равно это на руку. Это не на руку, это... Радикал на руку, он даже не дропает. А, нет, радикал это на руку, но понимаешь, да, я то, чем я тебе говорю, то, что радикал здесь пока что получил, ну, все, как бы, преимущества, которые можно было. Но не до конца понятно, почему у него... Ну, сейчас, видишь, сейчас, видимо, это все такие издержки билда были. Supply, потому что сейчас он, как бы, начинает выравниваться. У него продакшн пошел, я не вижу, есть ли у него второй старпорт. Нужно добавлять его на трех базах, блин. Ему нужно еще добавлять второй старпорт, он видел колосса. И мне непонятно, почему у него так сильно задержаны апгрейды. Вот. У него совсем нет грейдов. И... Вот у него, собственно... А, вот второй старпорт добавляется. Только сейчас радикал сканит, ну, смотрит, что там, видит дабл фордж. Ну, не знаю. Он, я думаю, этого процесса можно развести очень просто. Ну, обычно, когда протос ставит
ставит фотонки, он именно разводиться должен легко. Да, Потому что ну, обычно... я, да, здесь можно причем разводить его вот на вторую и на третью забегать, которые обычно Ну, что ты защищены. смотри, как-то опасно. Я вот это вообще не понимаю, Он мог куда он этим... убегает. У него сейчас армия сильнее была, чем просто. Он его просто. У него он все свое преимущество, которое у него есть, он его сливает просто в ноль. Ну, не доскаутил, видимо. Он сейчас, ну не знаю, он может просканить все, его армию и весь тех сразу. Он ужасные решения принимает. Просто Четыре ужасные. викинга в продакшене. Теперь Да, мало 4 викинга в медоваков. продакшене, но Проц начинает рамбустить. Проц по-прежнему на 3 гитах, на 4, и он с 4 гитов сделал себе колоссов двух и делает шторм теперь. Он должен умереть под любое давление вообще, которое только может быть в игре. И у него на 13 минуте 100 лимита. О, Ну, если... наконец-то опса убил. А? Опса убил, наконец. Не знаю. Ну вот, По-моему, сейчас, да. я говорю, только что убил. Так, пошла... Или это не четвертый? Ой, ё-моё, Я опять думаю, ничего. что бомбанет у кого-то, но я надеюсь, не сильно. Не У знаю, него ему одна здесь... ноль пауза осталась, как бы. А, да. Ну, это неудачно с Что-то я мышкой не здесь. очень понял, в чем проблема. Ну, окей. Ничего не поделаешь. У него сейчас еще ты можешь обратить внимание на то, что у радикала нету второй инженерки. Поэтому гостакедами, да, это будет, он будет пулить из СВ здесь. Это самый, наверное, все мои вопросы. А, поэтому и агрессии нет, все окей. Радикал будет здесь с тремя гостами. Да, вот он пулит из СВ, я не вижу гостов, правда. Радикал здесь будет пулить из СВ против трех этих колоссов. Я надеюсь, он не, ну, не викингов нормально здесь с тремя гостами, и Ой-ой-ой, жесть какая, ужас. Поэтому он не харасил, поэтому у него нету апгрейдов, и поэтому он их не планирует делать. Он сейчас делает этот тайминг. Я, правда, не очень понимаю. Я вижу гостов. Грейд на скорость апсам. Слышишь, я гостов не вижу. Первого. Сейчас я госта вижу. Так, пошел замес, походу. Ну, такой, не будет качать. Ну, и в Ой-ой-ой. шторме. Ну, вот он пытается контролить, ну, просто разойдись из штормов просто. Да, хорошо. Ему нет нужды сейчас продолжать ломиться сюда. Викингов не Ой-ой-ой, контролит вообще. все за форсфилдами. Викингов не контролит вообще. Я не верю, что он это проигрывает, но вау. Ну, он киданул эту игру успешно. Я вообще не представляю, как у него это получилось, но он это сделал. Это Unreal. Да. Да. Ну, короче, вау. Посмотрим, кто пойдет следующим. Так, сейчас я отойду. Так, я тут. У нас нет близкого игрока.
от радикала новостей. По-моему, Что-то он. не пишет ничего. Да. В довесок к мышке отказала и клавиатура, может быть. Ну, собственно, выбор между. Так, это Лена. Так, что там лобби есть? А, да, блин, я что-то. Меня бомбит от того, что не мигает оранжевым окно старика свернутого. Когда, знаешь, ничего не происходит. Что-то инвайт это или еще что-то. Так, нужно. Проц раз не сменил. А, сменил. Ну, не знаю, что там у радикала с мышкой, но надеюсь, что он во всяком случае. Так, поехали. Погнали. Ну, сейчас посмотрим, что он сделает в этой игре, потому что это был прохладный совершенно пул. Да, ну, как-то. Он подрезал тех в пользу гастов и пушил, не дождавшись гастов. Ну, кроме как-то, того, что. Ну, только это. Кроме того, что вообще как бы спорные все решения были. Ну, то есть я как бы могу понять, что он готовил all-in, вот, с трех баз этот сильный. Но он его не выполнил, во-первых. И, во-вторых, ну, как бы мне, знаешь, человеку, который был в игре без тумана войны и нервничал, мне видно, что он бы гораздо больших успехов достиг просто стандартной и агрессивной био-игрой с дропами. Или хотя бы с так, ну, в общем. Не знаю, это был хлад пушен. Так, сейчас поменяю счет. Радикал, видишь, мы с ним говорили по поводу вот двух тех лабов. Это такой семиалын пуш, который против меня иногда на ладдере играют. Ну, я бы сказал, каждую третью игру, то есть достаточно часто, да, может, чуть реже. Вот, он действительно как бы не очень рабочий, ну, как и One Base Blink, например, я считаю, он такой. Он легко дефендится, а если он дефендится, то у тирана вообще как бы шансов практически нету потом на камбэк. Но это бичевский билд, но против. И радикал поэтому не хочет его играть, я его понимаю, да, это осмысленно. Но против него только что играли супер бичевский билд. 8 фотонок с 2 гейтов на 2 базах, ну это шутка. И он под него проиграл. То есть Протас как бы дважды не подумал перед тем, как взять и вытащить абсолютно какой-то сомнительный годлик билд. И радикал под него проиграл, поэтому не очень понимаю, почему он не может себе позволить делать то же самое. Ну, для ладера он, безусловно, прав. Он такой чизлявый билдец, его нет смысла играть. Протс будет сделать, ну, что-то похожее, я не буду говорить то же самое, может, он лучше уж сыграет, но тоже один газ здесь идет. Бараки пошли, он находит сразу тирана. Тиран знает, что это 13-й скаут. Первый причем. Еще мне не очень понятно, чего радикал никогда не. Сейчас посмотрим. Радикал. Да, радикал тоже удачно скаутит. Кстати, редко так бывает, что оба игрока удачно скаутят. Да. Будет ли он, почему он не использует бейблок, мне непонятно. Это очень-очень-очень-очень-очень сильно. А, вот, видишь, нет, здесь миксит. Просто он добавляет второй газ рано. Здесь будет у него газ раньше, чем Nexus. Nexus у него, соответственно, здесь будет очень сильно задержан. Радикал ставит у себя ЦЦ-шку. Вот, заходит смотреть. Сейчас он пойдет смотреть второй газ, увидит, что он не идет смотреть.
Что до сих пор не идет смотреть. До сих пор не идет. Но он сейчас должен был уже блочить, как бы инженерка этот. Он прокликал второй газ, наверное, должен был видеть, что там ничего не майнилось, какой хронобуст стал. Судя по скорости, он не прокликал. Я не могу понять, что сейчас, какой вывод для себя сейчас сделал радикал. И я не более того, не могу без тумана войны понять, что будет играть Протас, поэтому. Не знаю. У него сейчас на Старгейт деньги есть. И он скипает, он видит, что скипнут тех. Ну, я бы сказал, что это тех. Вот он заказывает Мазеркор теперь. Это типа такие майнгеймсы или что, я не знаю, что это, если честно. Заказан Мазеркор, заказан второй Сталкер. А Рипером я бы на его месте сейчас не лез туда, потому что, ну, сейчас как бы он может себе это позволить, он видит, что Нексус не заказан. ТЦ и еще один гейт, это будет ванбейс Блинк, судя по всему. Блинк. По-любому Блинк, но что-то поздненько. Во-первых, поздненько, а во-вторых, ванбейс. Радикал добавляет два барака сразу, это хорошо. Я надеюсь, он сейчас добавит от одного до двух техлабов сразу. Здесь было бы... Или нет, или медивакиса. Ну, у него, короче, вариантов здесь много. Самое время бункер ставить. Нет, это стандартный триракс он играет. Рипера он отвел на свой конец карты. Он идет искать прокси, но здесь даже пробы на карте нету у Протаса. Это будет самый поздний ванбейс блинк в мире. Сейчас мы будем лицезреть, хронобустится. Ванбейс Блинк, как билд, я его катал всю прошлую зиму, помнишь ты или нет, своими слабыми 50 АПМ. Не, мне на самом деле, когда начинал играть, мне Валик сказал, типа, выбери один билд ванбейс сильный, в каждой матча поиграй, пока не научишься проб делать 16 штук. И сейчас Рипер все увидит, надеюсь. Вот. И, собственно, я его играл. Там на 7.30 у тебя должно быть ровно 12 сталкеров на лоу-граунде с блинком у твоего противника. Сейчас у Протаса на 7.30 будет 50... На 7.30 ему будет минута до блинка, если что. То есть на ванбейс блинк это абсолютно не похоже. Пока что радикал реагирует безупречно. Steam заказан. Да, даже лифтанул ЦЦ. Ну, не лифтанул ЦЦ, это обязательно. Это, ну, это как бы, это реакция, это книжная реакция на этот билд. Более того, он еще слабее здесь у Сива в свете того, что он не доскал. Смотри, все-таки решил ЦЦ ставить, все-таки. Не доскал. Возьмет ли Аникс? Да? Может, контейн такой будет? Ну, в любом случае, здесь как бы у радикала одна задача. Считать сталкеров, понять, что это не 4 гейта. Хотя он так видел, что это не 4 гейта. Ему сейчас нужно понять, один раз увидеть сталкеров, все, что от него требуется. Я бы на его месте отпустил СЦВшечку куда-нибудь вниз или еще что-то. Потому что как только он сейчас увидит, он supply block, как только он сейчас увидит, что сталкеров до сих пор 5 на 8 минуте, он тут же должен просто, вот Steam заканчивается, он должен идти и выигрывать сразу. Потому что если он сейчас будет сидеть на одной базе все время и ничего не делать, то тогда он может, он увеличивает, он дает сценарии Протасу, в которых он может камбэкнуть. Вот он опускает СЦВ. Если он сейчас того пса увидит, это должно быть. Это все должно быть хорошими очень. Ну, 8 сталкеров всего. На 8.30 8 сталкеров не должно быть. Он должен очень хорошо это понимать, что это не алын. Есть, конечно, знаешь, вероятность того, что Протас сплетанул сталкеров, прячет их, но. У него Steam есть, нужно что-то делать с этим. Ему медиваки, правда, к Steam нужны, я не вижу факты до сих пор, но. Одного стима достаточно, если против ним позиции, чтобы... Ну, походу, там... я думаю, все-таки думаю, что до сих пор ванбейс. А не, он сканит натурал. Это ошибка с его стороны. Сканит натурал, видит, что там это самое, все продает. Ну там, блин, центр теперь появился. Ну все равно, ты 4 мародера, 5 мародеров со стимом, этого вполне хватит. Ну только факту он задержал, конечно. Один форсфилд всего лишь, стим очень плохой. Блин, стим. Ну, ничего не поделаешь. Убил сентри, все, тебе нужно просто бежать низ, вторым стимом убивать всех тех сталкеров, потом идти выигрывать игру. Иммортал, это сейчас ему сейчас важно просто сейчас пойти сразу и выиграть игру. У него нет времени на это. Ой-ой-ой, стим лишний, ё-моё. Да, но... Короче, мне очень все это не нравится. Нет, да, и он разворачивается назад, ну это вообще. До сих пор не понимает, что там опса нету, но он начинает отдавать. Опс есть же, вот он стоит, прямо над ним. Да. Ну, точнее, он не понимает, что у него опс есть. Радикал не понимает, что у него есть опс над ним. Он не очень хорошо здесь понял, что делает Протас. Он сейчас за это отдувается. Очень поздно. Медиваки, 11-я минута, 3 стима прожата, медиваков до сих пор нет.
Сейчас же будет бринт наверх. Да, ну здесь Саппорт их сейчас пошел. одна самая большая ошибка была допущена от радикала. Во-первых, он до сих пор этого пса сраного не убил. Наконец-то. Наконец-то убит. Да, он, это хорошо для него. И он не знал просто, он не прочитал билд Протоса, он, видимо, давно против него не играли в Unbased Blink, или он перенервничал, или еще что, он не понял, что это не All-In, и он плохо отреагировал. Медиваков нет, стимы прожал, сталкеров не убил, короче, это все для Протоса. Большие, маленькие победы. Ставит Фарджу, все равно нет, три Мортала бесполезных абсолютно у... Протоса, вот. Блин, еще эти хитрые пилоны. Только перелетает наконец-то. Блин, ну там капец, что он хочет сделать? Проверить, что там нету третьей нычки? Не, ну вряд ли он хочет проверить, что нет третьей нычки, но... Нет, а, форсфилды есть, но я надеюсь... Ой, я надеюсь... Походу сейчас третий ниндзя пойдет. Я надеюсь, он не поломится сейчас на эту рампу. Ой, Стим, он поломится. Нет, ну не иди же ты туда. Окей, ну ему нужно ждать медиваки, он не может, он уже слишком много стима. Непонятный маневр был, если честно, вот такое. Он сейчас сильно отстает. Он теряет юнитов. Да, вот это вот, что ему нужно было сделать, сейчас убьет их всех. Если будет фокус файрить, он должен убить всех. Ну, видишь, он решил. Медиваки-то появляются, наконец-то. Он почему медиваки не подводит остальную армию свою? Посмотри, вот это вот цена сталкера. Только что половина лимита простимленного 8 раз био почпокала вот этих вот сталкеров, он точно так же морталов может убить. И смотри, тут будет 2 бейс, походу. Да. Только что-то он еще как колосса хочет сделать. Но колоссы будет очень поздно. О, зато гитов он добавил, аж 6 штук сейчас прямо. Мне не очень нравится, что, ну, радикалы вообще паникуют, но он не сделал, как видишь... А, у него 3 ДЦшка есть, тем не менее, он не сделал... Он пилона не прочекал. Ему не хватает сейчас внимания это сделать. Но, опять же, это он не должен сейчас этим заниматься. Главное, что у него продакшн медиваков есть. Больше пилонов тут против своего, конечно. Не, ну, смотри, тут уже одинаковые лимиты, это вообще... По периметру окружил. Ну, хотя бы в этот раз у радикала есть плюс один на атаку. Да, у него есть медиваки, у него выхили мейти. Но, с другой стороны, сейчас тут чардж, и можно на даварпе зилдов охранить. О, 0-0-0. Ой-ой-ой, он еще выходит, ё-моё. И плюс один, да, сейчас просто стим и клик. Просто стим. Не прожимает. Стим, все, вот это убивать нужно, там один всего лишь зилок был. Это окликается сейчас, вот эта армия. Да ты еще там столько имморталов, ты прикалываешься. Блин. Это GG, ну, да. Тут ничего не сделать. Ну, всю игру вел в итоге, потом его законтейнили и все. Что тут можно придумать? Не знаю, да. 5 имморталов, это же вообще жесть. Вот, он сейчас на пульт СВ, это он правильно делает, но как бы... Ну все равно, он это слабее, армия Протоса, она слабее, чем вот эта вот застимленная био. Нужно же просто аккуратно контролить, СВ не боятся пулить этих всех. У него как-то не знаю, у него какое-то представление о силе армии Протоса не до конца понятное для меня. Ну, фокус. Ну вот сейчас тут уже можно размикрить все это дело. Да, он причем протас как бы до сих пор. Нужно строить мародера. Ну там сейчас уже чардж вот есть. Так. Вот сейчас вот с колоссом ничего, да, не сделать. Ну, возможно, он не очень удачно выбежал вниз. Может, ему нужно было, да, оставаться на ХГ. Это 100%. Что-то с этим думать. О, колосс теряется. Посмотри, но он это вот он исчез на месте. Там, ну, просто там с чарджем уже не совладать, понимаешь? Да как тебе сказать, все равно чуть микро и. Имморталов фокусить нужно, он даже мародеры, но. Да не сталкеров. Поздно, СВ, нужно было всех смейна. Ну такие, он начинает принимать правильные решения через, блин, через полчаса, столько это нужно было делать. На ГГ он пишет. Вот такая себе игра, прям, на самом деле. Ну да, какие-то дурацкие игры. Ну, я сыграл не лучше. Надо ладер было. Да, это какие-то странные игры. У всех свои ошибки, но у всех дебильные абсолютно, что у меня, что радикала, что у вас-то. Так, в общем, все, да, уже 4-1. Так, значит, все на сегодня, на этом заканчивается у нас стрим, и наше выступление в RSTL7. Yep. Вот. Так, в итоге, что у нас получается? Играли 8? Печи, угодно, то есть мы в RO8 только, короче, из... 20 команд. Зато как бичи. Из 10-20 команд, то есть мы топ
Топ-8, да, 8, 6 места. Топ-8 из 7 команд. Да, ну все, такие дела. Ну как ты, не так плохо, но не так хорошо. Короче, средний результат в итоге получился. Ну вот. В принципе, мы, короче, обычно, если плей-офф выходили, мы где-то на первом-четвертом месте. На четвертом месте обычно или на третьем мы были. Вот, ну как бы, то есть это средний результат нормально, хотя бы выйти. Хотя бы, ну выйти в плей-офф был минимум, задача минимум, так что нормально. Печи. Так, ну все, всем пока. Будем теперь играть на пси-лиге и на СК2 Improve. Ну там да, оказалось, да, что там одни алмазы. Лиги, и на второй да. Менее алмазной. Не, ну пси-лига хорошая, там. Ну да, там она без ограничений, поэтому. Да. Ну все, всем пока, до новых встреч.